И да, забыла сказать, черепушку я сегодня мыла Уптаном. Уптан я заливала кефиром 1% углечистым. Но, как я поняла, он, конечно, вымывается, вся эта мелкая трава, непонятно что там, мука, это прочая хрень из волос, но ощущение, как будто если бы вы голову помыли хной лечебной, когда после хны хочется помыть или шампунем каким-то еще все это смыть, или еще что-то. Ощущение, как вот маску какую-то на волосы нанесла и смыла ее водой вместо шампуня. Очень долго сохли волосы, около часа, у меня они намного быстрее сохнут. Потом я их досушивала уже феном. И если так вот куда-то идти, не одевать шапку и сделать какой-нибудь там супер объем, то вот у меня был сначала объем на это все. Я хотела даже сфотографироваться, но забыла как-то. И оно, в принципе, держится, но когда одеваешь шапку, а потом снимаешь в помещении, то это уже не то. И я спросила специально Машу ее мнение со стороны. Она сказала, что, допустим, вроде бы еще немножко чистый, но лучше бы уже помыть. В общем, я так поняла, что Упнан все-таки может, он, конечно, для лица я ему умывалась очень хорошо, как умывалка, но для волос он точно, по крайней мере для моих, он точно не подходит. Вот такие дела. Пока.